Здравствуй, любимый. Чё ты смотришь? А чё у меня с голосом? У меня всё нормально с голосом. Кого ты видишь? С какого похмелья-то? Кого ты видишь? С какого похмелья-то я? Была бы из похмелья, я бы сейчас с ведром лежала. Опухшая, ты сам на свою-то мину посмотри, опухшая. Я не опухшая, я отъевшаяся. А что ты там это, не звонишь-то? Ну, маленько было тут. Хреново. Вот ты поехал, мог бы сначала дома порядок навести, ни елку не убрал, ни розетку не сделал, я машинку еле завела. Сначала бы дела сделал, потом ехал, поехал на 3 дня. Я тут, вон, вчера сеструха твоя звонила, спрашивала про тебя. Не знаю. На работе. Когда ты мне звонил? Ну, 15-го я еще была в трансе. А чё ты такой сонный? Чё такой сонный? Я в курсе. Я знаю, какое там время. Ну вот. А? Давай. Смотри там. Приедешь, в двери попади, а то мышцы накачаешь. Сожрали. Чё, гарем-то большой устроил? Гарем-то, говорю, большой устроил? Да ты чё? Какого пола? Мужского пола. Чё одна? Одна на всех? Ну, не знаю. Для тебя нормально. Сама. Жди, скоро я к тебе приеду. Так смотри, сейчас накачаешься. Я говорю, в двери попади. Сейчас морда отойдет. И это, курить бросишь, так вообще все пистолетом будет. А, вспомнил об алкоголе и затроил. Это тебе так кажется.
зубы покажи. Видишь? Такие. А это на окне, наверное, не знаю. На окне все сидят. Ну, это и есть копия. Давай. Алло? Алло, Аня, здрасте. А на той неделе к вам можно записаться? У вас же ресницы и ногти. А, ресницы не делают? Нет. Угу. А на какой день можно записаться на ногти? На следующую неделю? Угу. На понедельник. А ко скольки? Ко скольки? На 10 утра. На 10, да? Ну, понятно, хорошо. Записывайте. Ага, хорошо. Угу. Ну вот, подписчики, пока мужа нету, буду сейчас приводить себя в порядок. Сейчас сделаю маску из огурцов. Вот, завтра пойду на маникюрчик схожу. Буду приводить себя в порядок, пока муж, что он там, угорает ли, зажигает, не знаю. Ну вот, как-то примерно вот так. Завтра маникюр сделаем, пойду маленько волосы осветлю. Блин, да заколебал, прилипни ты. Ну, как-то примерно вот так. Пойду сейчас лягу, пусть впитывается. Ну, примерно как-то так завтра все сделаю. Засниму. Ну, давайте. Ну вот, подписчики, пока у меня муж там занимается собой, я решила заняться собой. Пока сейчас маску сделаю. Завтра пойду на маникюрчик схожу. Да, решила волосы осветлить. Завтра засниму. Посмотрите. Вот так вот, пока Пашки нет, буду сейчас себя в порядок приводить. Как-то так. Ах ты, блядь, упал. Ну вот. Да ты чё, сука? Угу. Пусть впитывается. Ну и вот как-то вот так вот будет. Так что давайте, приводите себя тоже в порядок с вами, Иришка. Да ты чё, сука? Чики-пики. Ну вот, подписчики, пришла делать ногти. Пока Пашки нету, буду приводить себя в порядок. Приедет. Завтра пойду насчет зубов. Будем смотреть, как по цене, да, что-то делать с зубами. Ну и вот, как-то так. Ну вот, подписчики, сходила на ногти, сделала маникюр. Ну так, чтобы маникюр всегда в порядке. Конечно, чистый идеал. Люди желают только сладко, чтобы на меня у всех стоял. Ну и так, что давайте, приезжайте в гости. Все будут ждать, поляну накрою. Посидим, зарысь, поговорим. Все будет чики-пики. Ну вот, подписчики, сейчас буду делать волосы маленько. Хочу осветлить, промелировать. Так что Пашка приедет, не узнает. Потом на ресницы схожу. Позже 9 числа записалась. Так что смотрите меня. Ну и все, с вами была. Ну вот, решила маленько преобразиться, так что, если что, пишите, подписывайтесь, все будет чики-пики. Девки, вот стала обладательницей вот этой чудо-техники. Сейчас распакуем. Посмотрим. Коробочка.
Вот. Так что теперь будем здесь подогревать сильно газ, чтобы не это. Вот. И откроем. Достанем. Ленька, что, микроволновку купила, что ли? Да. Нифига, ну-ка покажи. Ну, подожди, да я в воде поставлю. Что, хавать будешь? А что, есть подогреть? Подогрей. Давай. Ленька, с работы иди, здесь хочу пипец, правда. Ну-ка, подожди. Ну, ёпа, говорят, вот тебе. Если это самое будет стрелять там жирится на стенках, окажется. На крыше. Ну, наверное, потом протирается она после этого. Что ты тупишь-то? Я тупый. Я же инструкцию надо. Давай, Кирилл, пустяшка, наверное. Давай, ешь. Ни хрена горячая. Да зубы бегать, пожалуйста. Горячая. Вкусно. Ну что значит, в доме микроволновка. Поставил, подогрел, покушал, да? А то жаришь, паришь. Там купил копченую, запихал, подогрел, поел. Горячий. Так а что купил? Тут у тебя и так гриль есть. Сам можешь приготовить. Вот, кстати, да. Когда приготовишь, позовешь обязательно, ладно? Хлеб там. Круто, круто, круто. Достигайся. Ну, подожди. Подожду. Подожди, твою маму, да? Да ебать тебе в рот. Ёбану. Замок. Что забыла? А, ёлка. Рухариться забыла. Правильно, тоже надо. Так и надо. Сейчас надо убрать сначала дождик, поснимать с этими, чтобы он не мешался, посложить его по-аккуратному, пакетик, потом лежал уже, вот как без мужика-то, не очень хорошо. И этот сейчас снимаем. Какой-то еще должен быть. А, желтый. Где он? Висит-то. Блять. Сейчас больше осыпется нахрен. Вот поехал-то вовремя. Надо сначала елку убрать. Это... Сейчас по-быстрому это поснимаем. Мишуру. Мишуру. Вот. Угу. Чего тут, кстати? Ты. Где? А,
так, наверное. Сейчас все это посниму. Болты получится открутить или нет. Посмотрю. Так, вот это. Вот это. Ну где ты тут, блядь, запуталась? С этими гирляндами, блядь. Все это сняли. Сейчас будем снимать гирлянды. Так что старайтесь, чтобы у вас мужик всегда был в доме. С ним будет проще. Все будет тогда чики-пики. Ну вот, все поснимали вроде с елки. Сейчас будем пробовать откручивать болты. Вот эти внизу, которые вот этим ключом. Ну, этот-то сначала вот этот почти откручен. Будет как-то вот так. Сейчас будем крутить его. Вот его руками. Сейчас так откручу. Почти.